что покажу. Нет, что? Не открыть. Да, а мы пашем. Так, сейчас убавлю, чтобы не качало. Пахота. Здесь сенокос был, там я позапрошлом году пахал. И здесь решил метров 10-15 так на подкормку себе вспахать, потому что на селоске до хрена вспахал. Боюсь, что тяжко одному будет все это дело подправить. Не глубоко пошу, ковыряю. Сейчас покажу как. Но для посева достаточно будет. 12, 14. Так, ну вот, что скажу, жарковато пришлось снять утеплитель, а то у нас снег уже пошел. Вот такой первый горб получается. Ну ничего. Ладно, поехали дальше. Так что целяк, вот пашу, кроме меня здесь никто не пахал. Вот я года 2 или 3 назад здесь пахал тоже таких, наверное, 2 огорода. И сейчас, вон уже продают, половина сельхозки перевели под строительство, ну, ЖКХ. А половина так, ждут, ну, это я уже говорил. Так, не маленько задний корпус, а опустить можно. Да, видно. Ну, не критично. Так, почему-то набивает на колесо.
Так, ветер. Прошу прощения. Так, у меня антифриз маленько кидает. Я ему маленько жару дал. А так новый генератор 24. Ну и стартер к зиме. Если не хочешь зимой и проводить игры с бубном и не прыгать вокруг трактора, то надо делать 24, вот такой подогреватель, ну и генератор, и будет зимой все нормально. Как будет на видео видно, но так и стоят здесь в углу.